Самый примитивный способ создания новых идей товаров – это прием номер 6. И решая задачу поиска новых рынков для шумопоглощающих материалов, мы можем, например, делать детскую игрушку, в которой будет две функции. Одна функция – развитие мелкой моторики при сборке этих кубиков и пазлов, а вторая функция – изучение английского языка в игровой форме. Номер 2, номер 4.